В Витебской областной библиотеке имени Ленина состоялась презентация книги Андрея Геращенко «Бельчонок», которая повествует о трагедии, разыгравшейся в белорусской деревне в последнюю зиму фашистской оккупации. На презентации побывали школьники и педагоги. Автор произведения Андрей Геращенко и иллюстратор Анна Лукашук пообщались с участниками встречи. Рассказ написан в 1992 году и был впервые опубликован в издании «Наш современник». В 2021 книга издана 10-тысячным тиражом. В твердом переплете рассказ издали благотворительным тиражом в 600 экземпляров. Презентация «Бельчонка» уже прошла в музеях, школах, кадетских училищах Витебской области. «Бельчонок» переведен на 4 языка – шведский, сербский, английский и китайский. Витебские библиотеки получили в подарок 1000 экземпляров книги.